Всем привет! Вы на Флагман ТВ и с вами рубрика F-новинки. И сегодня мы с вами поговорим о новом штекерном удилище Force Active. Удилище Force Active имеет длину 10,5 метров. И рассчитано в первую очередь оно для новичков. Те, кто уже в принципе знаком со штекерным удилищем по серии F1 и ловил карпов, или для тех людей оно предназначено, которые хотят попробовать себя в столь уникальной ловле, как ловля со штекерным удилищем. В базе комплектуется штекер карповым китом с пуллер-отверстием, которое выполнено из твердой керамики и позволяет нам использовать любую резину, так как тонкую или толстую, полую или гидроэластик, и не повреждается у нас она об тонкие стенки карбона. Также в комплекте с этим штекерным удилищем идет сразу каппинг-кит. Это специальный прикормочный кит, который позволяет на кончик нашего штекерного удилища приспособить специальную прикормочную чашку и очень точечно подавать корм в точку нашей ловли, в месте нашей ловли. То есть никаких дополнительных затрат вам, в принципе, делать не нужно будет, только на какие-то мелкие аксессуары, такие как резину, коннекторы. А вот сами киты уже есть в комплекте. Есть карповый кит, который позволит вывести любой трофей, и есть прикормочный кит, который вы оснастите чашкой подходящего вам размера. Так как я уже и говорил, этот штекер начального уровня. Как это можно определить? Это модульность карбона не такая высокая, как в штекерах топового класса. Здесь 24-й карбон. И это длина 10,5 метров. Но этой длины, в принципе, достаточно для большинства условий. Если вы не суперспортсмен, а только начинаете свой путь, то вам для ловли на коммерческих водоемах этой длины будет с головой. Также вы сможете ловить и леща на реках с быстрым течением, например, при использовании тяжелых дисковых оснасток. Штекер средне-быстрого строя. Он позволяет ловить как некрупную рыбу, так и будет отрабатывать рывки даже самого крупного карпа или амура на коммерческих водоемах. При отработке будет включаться в первую очередь резина или гидроэластик, который вы будете использовать. Если этого будет недостаточно, то включаться будет практически до комля. Весь штекер будет изгибаться и тоже гасить рывки крупной рыбы. Хотелось бы подытожить по штекеру Force Active. Как по мне, это идеальный комплект для начинающего рыбака или начинающего рыболова спортсмена. Он состоит сразу из дополнительного кита прикормочного, то есть не несет никаких дополнительных затрат. Абсолютно демократичная цена, достаточная длина в более чем 90% случаев. Не забываем, что если вам 10,5 метров не понадобится и вы захотите ловить более легким, например, 9-метровым штекером, вы всегда сможете отстегнуть последнее колено и его укоротить. Надеюсь, данный обзор был вам полезен. С вами была рубрика F-новинки. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, активируйте колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Всем пока!